Не придется ехать на Украину за новым паспортом. Речь идет о жительнице Владимира Ирине Роговой. На днях мы рассказывали ее историю. Проблема в том, что официально она является гражданкой Украины. И срок действия ее паспорта закончился. Во Владимире в миграционном отделе женщине сказали, что выправить новый документ она может только на Украине. Ехать туда Ирина боится. Она родилась и выросла в России. На территории Украины пробыла лишь 13 лет и вернулась на родину. Жительницы Владимира обещали помочь в аппарате уполномоченного по правам человека. Навстречу пошли и в полиции. Вот что нам ответили в региональном управлении миграционной службы. Мы работаем только с иностранными гражданами, которые проживают у нас по действительному документу. В данном случае у Ирины, если мы говорим, да, на данный момент документ является недействительным по законодательству той же Украины. Мы никогда никого не отправляем ни на Западную Украину, ни в какие-либо другие регионы той же страны. В данном случае, конечно, не видел саму заявительницу. Возможно, необходимо ее пригласить, наверное, ко мне на прием. Посмотрим ее материал, поднимем и посмотрим, что возможно сделать.